Так, все, все срываем? Нет, не все. Эй, подождите меня. Ой, держу. Ой. Сюда залезай. Пятый трамвай! Кому там надо куда-то ехать? Трамвай идет по пятому маршруту. Не бойтесь, заходите с музыкой. Едем весело. Бесплатно. Как поездка. Что у вас там, помидоры? Почем? Помидоры. Девушка, присядьте. Вы что, издеваетесь? Я буду долго вам делать замечания? Хочет сидеть на боковушке, а не дай бог выпадет. Нет. Так, вы признаете свою вину? Вот, нет. А, девушка. Девушка, что вы там выпили с трамвая? Упадете, кто вас будет спасать? Да ты же меня и спасешь. Смотрите, план такой. Мы хотим впустить еще каких-то людей, чтобы они послушали немножечко. Я думаю, что никто выходить не хочет особо, да? Но тогда давайте попробуем немножко поджаться. Вот я вижу, там можно чуть-чуть вот... все, пожалуйста, активно приглашайте людей подсесть к вам рядом. Пожалуйста, держите свои карманы, кошельки и сумки, потому что места, как вы знаете, специфические. Трамвай полный, мы отвлекаем внимание. Работают профессионалы. Трамвай идет по пятому маршруту. Пожалуйста, заходите на заднюю дверь, там свободнее. Да-да-да, надо. Чего? Вы думаете, следующий будет такой же? Есть у нас в районе Молдаванки улица обычная, друзья. Старенькие дворники, подметаем дворики, чтоб села улица моя. Старенькие дворники, подметаем дворики, чтоб села улица моя. Улица, улица родная, Несеедовская, милая моя. Улица, улица родная, Несеедовская, милая моя. Выбило что-то там. Ждем. Предохранитель, наверное. Я не везде могу ехать, где вы можете. Остановка Довженко, трамвай идет по пятому маршруту. Пожалуйста, всем желающим заходите. Мы подъезжаем к родине. На родине всех высадим. Всем хорошего дня. Всем хорошего дня. Что мы там делаем? Все. Всем пока. Покидаем вагон оперативно. Завтра концерт. Все, жду ваших постов в интернете. Выложим общую фотографию в Фейсбуке и в Инстаграме. Всем пока. Всем спасибо. Это город Одесса. Мы дома. Ура. Хорошо. Ай.